Привет, друзья! Сегодня мы в Новосибирске, где мы проводим первый наш митап для бэкэнд-разработчиков. Совсем недавно мы открыли тут IT-хаб для наших специалистов, а уже сегодня для них читаем полезные лекции и делаем кучу интересных активностей. Пойдем узнаем, каково им. Привет, ребят! Вы откуда? Из Сбера, Ростелеком. Какой язык программирования выбираете? Java. Java, но и C++ тоже. А что сегодня понравилось больше всего на докладах? Все понравилось. Особенно мессенджер одноклассников. Правда, не понравилось то, что не успел задать все вопросы. Очередь? Да. Ну, вот такие у нас спикеры, что к ним выстраивается очередь. Как тебе сегодняшний митап? Отлично, мне понравились доклады. А на какие темы еще нам стоит здесь провести митапы? Вообще высоконагруженные системы, это прям очень прикольно. Вот, например, про чаты ребята рассказывали, было очень интересно. Вообще такой опыт, он не у многих компаний есть. Вот им делиться было бы классно. Владимир, здравствуй. Расскажи, о чем ты сегодня поведал участникам нашего митапа? Я сегодня рассказал про Tarantle и про то, как можно строить высоконагруженные системы. Я спрашивал у зала, сколько людей знает про Tarantle, это было человек 5, многим это было в новинку. О чем было твое выступление? Я раскрывал одну типовую проблему выбора технологии или продукта. Сейчас вкладываться в это или вкладываться во что-то другое. К чему пришли и к какому выводу? Пришли к тому, что надо жить дружно. Как порадовать всех? Очень просто. Надо понимать, что мы хотим, понять, как мы это будем измерять, а потом проверить, получилось счастье пользователя дать или не получилось.